Вроде вы хотите сказать, что соблюдение закона, на соблюдение закона у вас времени не хватает? Соблюдение закона. О чем вы говорите? Меры обеспечения по делу. Я не досматривал машину, я осмотрел поверхностно. Я не поверхностно? Конечно. Без нарушения внутренней целостности. В любом случае, при досмотре транспортного средства, в соответствии со статьей 27.13, да, составляется протокол досмотра, приглашается. Я не досматривал. Присутствие. Я не досматривал. Нет такого понятия осмотр в кодексе об административных правонарушениях. Обжалуйте, имейте право, я не буду. Вы полагаете, что это осмотр называется? Ну, осматриваем машину. Осмотр вот так вот можно, да, делать? Так. Давайте, ребят, вы удостоверение свои предъявите. Я на вас жалобу напишу. Пишите, приезжайте в отделение полиции, пишите, пожалуйста. Не, вы у меня ее примите сейчас. У нас человек задержан. По 736 приказу вы обязаны принять. Человек задержан по административному правонарушению. Мы доставляем по административному. В рамках мероприятий в центральном округе несколько массовых мероприятий. Итак, у вас значок 017-926. Вы не могли бы мне предъявить свое удостоверение? Зачем? Для того, чтобы я мог написать жалобу. Я к вам не обращался. Пишите так, напишите. А можно ваш значок тогда? Нет у меня значка. А вы без значка у нас, да, совсем? Да. Ну, понятно. Ну, то есть требование статьи 27.13. О чем она звучит? Она звучит о том, что... Я к вам не обращался, обратились вы ко мне. У меня есть для этого специальный нагрудный знак, ради бога. Если вы хотите написать заявление, можете приезжать по Красносельскому району. У меня примите. Я везу человека в отделение полиции. Туда приезжайте, там пишите, ради бога. У вас там дежурный оперативный примет заявление. Хорошо, хорошо. Как я могу у вас принять заявление... То, что вы хотите написать заявление на меня же, как я могу вы принять примете, у вас. Примите. Приезжайте в отделение. У вас уже второе нарушение будет по 736 приказу. Согласны к этому? Хорошо. Ну, то есть вы еще раз подтверждаете, да, что без составления протокола досмотра я не вы можете. Машину. Да. То есть вы полагаете, что вы можете проводить осмотр, как вы говорите? Я спросил человека, имеется при свече? Он говорит, нет. Все, ради бога. То есть вы полагаете, что это законно? А что я должен сделать? Осмотр без составления процессуальных документов. Я не досматривал машину. Да. Хорошо, вы говорите осмотр. Вы никаким образом закон не нарушаете в данном случае. Открыть дверь вот так вот и посмотреть. И посмотреть, да, в бардачке, что у него лежит. Смотрел, ничего, а ваш напарник без нагрудного значка. К нему вопросы задавать. Скажите, вы в бардачок смотрели данному гражданину? Конечно. Смотрели. Как вы полагаете, ваш сотрудник настаивает на том, что он проводил не досмотр, а говорит, что якобы осмотр. Вы полагаете, что осмотр можно проводить без составления протокола соответствующего, без видеокамеры и без паники? Либо видеокамера, либо паники сейчас положено. Семен, у нас адрес висит, поехали. А представиться не хотите? Что? Я никто, а вы представиться не хотите? Я вам сказал, я к вам не статья обращался. Статья 5 закона о полиции. Я не обращался. Это про поводу удостоверения, а по поводу представиться вы обязаны. Не обязан. При обращении гражданина. Я вам ничего не обязан. Не обязан, я вам ничего не обязан. Что я вам обязан? Вы отказываетесь мне представиться? Что? Я вам сказал, вот нагрудный знак, ради бога, я к вам не обращался. Что вы от меня хотите, я не знаю. Угу. Документы у них? Не имею, я взял. А, у вас? Да. Ну, стойте. Стойте, не езжайте.